У станции метро «Спортивная», недалеко от Новодевичьего монастыря, на аллее сквера есть памятник маме, утке и утятам. Скульптурная композиция была создана скульптором Нэнси Шен. Сюжет взят из старой сказки, написанной для малышей писателем Робертом Маклоски много лет назад. С тех пор сказка полюбилась не одному поколению детей, став по-настоящему народной. В ней рассказывается о том, как мама-утка ищет удобное и безопасное место для своего семейства. На своем пути утка с утятами встречается со многими людьми. Кто-то угощает их арахисом, а полицейские перекрывают движение, чтобы утята спокойно перешли дорогу. Мы приглашаем всех москвичей и гостей нашего города прогуляться у Новодевичьих прудов вместе с нами. Ребят, смотрите, какая интересная компания. Как вы думаете, кто это? Утята и мама. Как еще можно назвать утят? Маленькие цыплята. Нет, птенцы. Интересно, а сколько их всего? Мы считать будем? Да. Давайте посчитаем. Вот это пластмассовая игрушка. Возьмите, потрогайте. Эта игрушка из стекла, стеклянная. Это Софья из глины, она глиняная. Пластмассовая. Там, это из ткани, она кирпичная. Потрогайте. Смотрите, какие интересные. А это из резины. Резиновая, потрогайте все. А это из нита. Она тоже тканевая. Так, а это, посмотрите, из дерева. Металлическая, да, потрогайте. Она не просто металлическая, она бронзовая. А сейчас вам задание. Потрогать утят и определить, из какого они материала сделаны. Бронзы. Значит, они какие? Бронзовые. Почему? Утят сделали из бронзы, а не из дерева, например, или из ткани, или из бумаги. Почему памятники делают такими прочными? Как ты думаешь? Ну, чтобы если дождь пришел, они не свалились. Вдруг, если из песка, будет, тогда дождь пойдет, а они упадут. Конечно, Андрей. Под воздействием дождя и холода деревянные памятники быстро разрушатся. Пластмассовые памятники быстро разрушатся. Поэтому памятники делают из прочного бронзового, бронзового. Что, Софья? А еще я знаю, что они Конечно. Ребят, а сейчас следующее задание. Сейчас каждый из вас получит карточку. И вы должны выйти по фотографии найти своего утенка. Сможете? Да. Сейчас стоим, рассматриваем. Найдите своего утенка. Подождите мне карточки, я посмотрю, правильно ли задание вы или нет. Так. О, у меня оранжевый.
вами угощение для уточек. Каждый разбирает свою тарелочку, чтобы посадить как раз. У меня тут только семечки. Я подготовила семена. Я подготовила семена тыквы. А я приготовила семена свеклы. А у меня бобовые зернышки. Да, у тебя зернышки. А у меня есть разные зернышки. И кусочки. И кусочки сушеных овощей и кусочка семечки кабачка. Задание будет такое. Вам сейчас нужно будет дорисовать своего утенка. Юлик, Казик, Костик, Крылышки. Совершенно две одинаковые картинки, но если присмотреться, вы найдете отличие. Тут одна птичка, да. А я нашла одно отличие. Тут есть якорь, а тут нет. Я еще нашла. Тут есть яблоко, тут нет. Да. И солнышко, тут нет. Так, солнышко нет. Софья. Так, узор, а здесь нет. Так, Алиса, Алиса. Ваня. Так, Андрей. Тут две птички, тут одна. Маша. Это одна. La 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 la